Уже второй раз молодежный центр проведет для родителей особенных детей семинар, чтобы оказать им информационную и консультативную помощь. На встрече, которая пройдет 21 мая, выступят специалисты из разных сфер, работающие с такими ребятами. Будут обсуждаться вопросы образования, развития особенного ребенка, свою помощь, он, например, каким-то образовательным моментом подскажут, где-то помогут найти ответы на вопросы, которые родителям, конечно же, интересны. Среди приглашенных спикеров – педагоги, психологи теплого дома и девятого интерната, руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии, специалист по адаптивной физической культуре молодежного центра. Этот семинар проводится у нас в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», который стартовал в конце апреля. И цель этого марафона – адресная помощь молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Участие в семинаре бесплатное. Начало в 10 утра 21 мая. Записаться можно с помощью Google форма в группе молодежного центра ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.